Владимир Васильев переехал сегодня за покупками, не постеснялся, подошел к судебным приставам. Чтобы проверить, есть ли долги, не нужно даже документов. Необходимо только назвать имя и фамилию. 2 минуты, и результат готов. Перед поездкой в Таиланд мы с женой собрались отдыхать на новогодние праздники. Поездочки надо узнать, выпустят меня или нет. Вдруг какие-нибудь задолженности. Вот я и подошел узнать, а вдруг какая-то есть задолженность. Я рад, что ничего нету. А вот штрафников за границу не выпустят. Тем, кто собирается лететь на Новый год, нужно особенно поторопиться. Даже после оплаты суммы ограничения по выезду иногда снимают в течение 2 недель. Подойти и узнать о своих долгах. Тут же оплатить. Можем узнать, в каком из отделов города Омска находится данное производство. Далее человек едет и оплачивает. Лучше не пожалеть несколько минут и подойти, говорят приставы. Многие не помнят о своих мелких долгах. Штрафы ГИБДД, госпошлины. Сергей Максименко на всякий случай решил уточнить. Все в порядке. Просто узнать. Подошел раз. Есть возможность узнать, почему нет. Не надо никуда специально заходить. Проверять наличие долгов приставы будут до Нового года в разных точках города. В основном расположатся в крупных торговых центрах, где всегда много покупателей. Светлана Урванцева, Кирилл Борисевич, Антенна 7.